слышали, что школу закроют. Мы от этого слышали. Ну, обратились к Путину, так проще стало. Мы были расстроены. Тут новые учителя появились, и поэтому мы не хотели, чтобы школу закрывали. Школа закрывается. А у меня внук, два внука, который старше идет на следующий год в школу. Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста, не дайте закрыть школу. Я бы хотел, чтобы губернатор обратился к этой проблеме и помог сохранить эту школу. Считаю, что это нужно сделать. Эффект был хороший. Эффект Путина. Да, эффект Путина. Я даже не думала, что мы попадем куда-то. Просто так повезло. Рулетка так выпала, можно сказать. Zo, dat is een goed feestje hier, dankzij Poetin. En het is ook typisch Russisch om je met dit soort problemen rechtstreeks tot de president te richten. Want veel Russen denken, de president is goed en alle andere bestuurders zijn slecht. Мы тоже туда обращались, нас не показали. А почему Сутайку показали? Вот это интересно. А почему нас? Мы, наверное, не годимся туда. Если школу закроют, детский сад закроют, все, деревня, считай, померла. Все, вымирает. Все разъедутся. Мы столько сил вложили, чтобы в том году написать это видеообращение, если честно, что в этом году мы решили просто по электронной почте побольше отправить писем.